Кстати, о Франции, которая еще может повлиять на судьбу без виза для Украины. Президентские выборы в этой стране еще никогда не были настолько скандальными. До них полтора месяца, и наружу всплывают не только финансовые махинации главных фаворитов, но и пикантные подробности их личной жизни. Скандалы набирают такие обороты, что главным кандидатам едва удается удержаться на предвыборной дистанции. Еще недавно фаворит гонки Франсуа Фийон после коррупционно-семейного скандала позицию лидера потерял, но с дистанции не сходит и продолжает борьбу. Сегодня в Париже состоялся митинг его сторонников. На улице вышли десятки тысяч людей. Коррупционная история крепко ударила и по Марин Ле Пен. Ну а нынешний вероятный победитель президентских выборов Эммануэль Макрон вообще оказался в центре секс-скандала. О предвыборных французских гонках, которые все больше напоминают наши, украинские компании, Анна Ильиных. Он, она и он. За их отношениями следит не то, что вся Франция, весь мир. Предвыборная история Пятой Республики уж очень кинематографична. С коррупционными скандалами, информационными атаками и любовными историями. Правоцентрист Франсуа Фийон, националистка Марин Ле Пен и независимый левоцентрист Эммануэль Макрон. Все претенденты на главное кресло и фигуранты сразу нескольких громких скандалов. Больше всего сгустились тучи над Фийоном. Десятки телекамер и весь состав республиканцев в пресс-центре штаба. Фийону вручают повестку в суд, но даже в коррупционном деле ищите женщину. Буду бороться до конца, потому что это больше, чем просто вызов мне. Это вызов демократии. Супруга Фийона Пенелопа оказалась причастна к финансовым махинациям. Как выяснило следствие, она долгое время числилась помощницей своего мужа, тогда еще депутата Фийона. Получала государственную зарплату, но никакую работу при этом не выполняла. Я не присваивал государственные средства и доверял всем, кто работал бок о бок со мной. Я докажу, что чист. Как бы ни оправдывался Фийон, этот скандал ощутимо ударил по его рейтингу. Дальше больше. Оказалось, что в семейно-коррупционном подряде замешаны его сын с дочерью. Они предоставляли отцу юруслуги на десятки тысяч государственных евро, не имея при этом юридических дипломов. Даже глава избирательного штаба Фийона признает, его карта бита. И сегодня он подал в отставку. Сам Фийон расследование против его семьи назвал политическим убийством. Возможно, у него сдают нервы или он утратил чувство реальности. При этом нервы разгулялись и у самого Эммануэля Макрона. Еще недавно он был темной лошадкой в предвыборной гонке. Сейчас же обошел Фийона. Ранее Макрон занимал должность министра экономики и, как пишет французская пресса, использовал казну для старта своей предвыборной кампании. Хотя официальных обвинений в растрате ему не предъявляли, зато удар по кандидату наносит желтая пресса. И распространяет слухи о якобы нетрадиционной ориентации. Сам Макрон уже 10 лет в браке со своей бывшей школьной учительницей, которая старше его на 24 года. Моя супруга Бриджит недоумевает, как я могу вести двойную жизнь, если постоянно нахожусь с ней. Пикантные слухи раздувают, как правило, в соцсетях. И в штабе Макрона в этом увидели тень Кремля, который делает ставку на Фийона и Ле Пен. А вот и главная мадам предвыборной Франции Марин Ле Пен. И за ней целый шлейф скандалов. Дескать, она, как и Фийон, устраивала своих людей на хлебные места. Глава ее штаба и телохранитель долгое время числились ассистентами Ле Пен как депутата Европарламента. И получили на двоих 350 тысяч евро зарплаты. А на этой неделе комиссия Европарламента лишила Ле Пен неприкосновенности за снимки ИГИЛ в Твиттере. Еще в 2015-м она опубликовала фото, на которых запечатлена казнь заложников. Теперь ей грозит 3 года тюрьмы и солидный штраф. Марин Ле Пен, с вас сняли неприкосновенность. Вы волнуетесь по этому поводу? Ну, послушайте, не совсем. Ведь, несмотря ни на что, пока Ле Пен лидер гонки. Но до финиша еще полтора месяца. Первый тур выборов состоится 23 апреля. Кто
Кто победит? Фион, Ле Пен или Макрон? Предугадать сложно, ведь хорошо срежиссированный скандал может круто повернуть французский предвыборный сюжет. Анна Ильиных, подробности недели, телеканал «Интер».